Один круг мы поедем в парах, один круг мы поедем друг за другом. Велосипедные заезды и марафоны каждый день. Два года назад появилась группа любителей велоспорта Одинцовского округа. И с тех пор количество участников только растет. Мы сделали форму, у нас появилась какая-то вот группа людей, все начали на нас обращать внимание, и взрослые люди начали к нам тоже подтягиваться, спрашивать, а можно ли с вами покататься, как это сделать и прочее. Вот, и вот на сегодняшний день у нас уже есть несколько групп по силам подготовленности, которые катаются с нами. Вот это сильные, продвинутые, средние, начинающие. Светлана вступила в группу весной. Уверена на все 100, что ее жизнь поменялась в лучшую сторону. По словам девушки, спорт, хорошая команда и достижения отлично мотивируют. Энергетику не передать, это вообще нет слов. Ну и 2700 километров в ногах. Совершенно незаметно. Это замечательно. Мы выезжали в Сочи уже один раз на сборы. Светлана, вот я хочу к вам вступить. Что мне необходимо? Вам необходимо только желание. Конечно, желательно, чтобы был шоссейный велосипед у вас, экипировка, поскольку это удобно, защита, потому что это в первую очередь, ну и огромное желание. Желания и азарта у спортсменов достаточно. Александр соревновался вместе с другом и с тех пор увлекся велоспортом так, что не пропускает ни одной тренировки. Велозабеги по 2 раза в день, иногда по 5 часов, говорит юноша. Мы катались вместе просто так. Он меня один раз обыграл, скажем так. Он объехал меня, мы соревновались. И меня это разозлило, и я решил прийти тренироваться. В итоге он уже не занимается, а я вот достиг чего-то. Этих ребят попробуй только обгони. У них появляется новый стимул тренироваться больше. В группе уже более 50 человек. Утро начинается не с кофе, а с велосипедной прогулки. Так считают участники. Ну а присоединиться может любой желающий. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».